Когда-нибудь я обязательно отплачу тебе за все это. Нет, у нас была сделка. Да, была, но все стало намного сложнее, чем то, на что ты подписалась. Немножко. И я серьезно. Я обязан тебе. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Будем изображать. Так что мы друг другу нравимся? Мы не просто нравимся, что мы друг друга любим. Ну здравствуй, принц. Сегодня переплетутся наши красивые истории. Ты уже не горишь в объятиях чужих. В общем, когда я уеду в Ирак, нам нужно будет наладить стабильное время связи. Как будто мы в настоящем браке. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким мёдом. Без тебя всё гаснет, будто и это моя жена. Я, получается, типа твоя муза. Или как? Вынужден сообщить, что вашего мужа ранили в бою. Как он? Ему травмировало ноги при взрыве СВУ. Ему сейчас делают операцию. Не верит, наблюдает за нами. Не старше он все оказались взяты в кавычки. Продолжаем хоть пару месяцев, пока я не поправлюсь. Может, мне просто не нужен хаос в юности? И вот этого все. Мы с тобой не сошлись бы. Ты в любовь не веришь. Ты не хочешь встречаться с тем, кто тебе нравится, потому что придется ослабить контроль и открыть душу. А может, нежелание ослабить контроль — это просто признак ума? Я вижу, как усердно ты работаешь. Ты снова побежишь, Люк. Я в тебя верю. Ты уже не горишь по объятиях чужих, а душою со мной. Ты просто возьми меня, набери, и я прошу весь мир ради тебя одно. Иногда это даже не ощущается как сделка. Будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Если еще хоть раз подойдешь к этой женщине или хоть посмотришь на мою жену, я тебя урою. Разобрался. Я все ему выплатил, все кончено. А если бы он напал на нее, у меня больше никого нет. Я знаю, Кэсси, знаю. Нет. Прости меня, но не каждый мужчина в твоей жизни подонок, которому веры нет. Вы серьезно, Люк? А кто же ты? Я рядом, когда тебе нужна помощь. Не нужно мне ничего. И ты мне не нужен. Послушай меня. Пожалуйста, прости. Я вынудил мисс Салазар выйти за меня. Она не знала, что это нарушение военного закона. Я сказал, что все законно. Я принимаю ответственность и готов ко всем возможным последствиям. Будь моим огнем. Мне кажется, наш брак реальный. Ничего реальнее у меня не было. Кэсси, меня полгода не будет. Я тебя подожду, потому что я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Кэсси Салазар. Пусть пока у тебя побудь, теперь оно что-то значит. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры.